жители подмосковного Славина недовольны зловонием, которое исходит от мешков с отходами строительства трехэтажного коттеджа певицы Ларисы Долиной. Проблема в том, что эта свалка, по большей части образованная из строительного мусора, включая банки из-под краски, растворители и так далее, свалена за домом певицы, недалеко от пруда, где купаются местные жители. Теперь куча не только портит внешний вид, но и вполне может начать заражать почву вблизи водоема, пишет Стархит. Местные жители задаются вопросом, как и когда она сможет ее вывести, поскольку автомобильного подъезда к этому месту нет. Эта история дошла даже до того, что соседи Ларисы Долиной хотят пожаловаться на нее Путину, если она не уберет все это безобразие. Посмотрите, что она устроила около нашего пруда. Гастарбайтеры, которые у нее строят, по совету хозяйки весь мусор скидывают именно туда, рядом с забором Долиной. Остатки бетона, куски старой крыши, зловонные мешки с отходами, банки от краски, а там и наши дети, и мы сами купаемся, жалуется пенсионер Семен Геннадьевич. Сама Долина оправдывает недосмотр плотным концертным графиком, который не дает ей следить за стройкой. Однако известно, что 10 сентября певица отметила в новом доме свой день рождения застольем в кругу семьи и близких друзей, сообщает издание. Куча хлама растет, а решать проблему никто не спешит. Вот пожалуемся Путину на прямую линию, будет знать. Все это безобразие барыня устроила за своим задним двором. А напротив парадного входа велела высадить аккуратные кустики, красивую травку и лично воткнула табличку. Выгул собак запрещен. Хотя не та территория, где она учудила свалку. Не место, где дискриминируют четвероногих друзей человека, по документам ей не принадлежат, рассказал сосед артистке. Между тем, по данным «Экспресс-газеты», свой дом Долина строила быстро, а вот второй особняк для дочери Ангелины и внучки Александры строит с проблемами. Предполагалось, что во время гастроли артистки за ремонтом будет следить ее гражданский муж Илья Спицын. Однако артистка поймала его на измене, что привело ее в бешенство. В порыве гнева она разбила и выбросила примерно половину его пиратской коллекции. Фигурки, таблички, бутылки из-под рома и виски, шляпы и прочие вещицы по данной тематике. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!